Всем привет на моем небольшом канале. Давайте. Всем привет, мой большой канал детей. Меня зовут Амия. Меня зовут Яна, и мы сейчас живем в Санкт-Петербурге, в России, с нашим папой Хамидом. Привет. Привет. Сегодня у нас прохладный день. Сегодня сколько градусов? 17, Халид сказал с утра. В общем, сейчас мы приготовим завтрак все вместе и будем заниматься распаковкой подарков из Индии. Ура! В общем, сейчас буду делать завтрак. У нас будет небольшой салатик из домашних овощей. Посмотрите, какая красота вообще. Ну и, конечно же, яйца. Халида, например, определенная сейчас диета, прописанная доктором, и вот ему нельзя, например, есть желток. А сейчас у нас отсутствуют какие-то масла в блюдо, когда готовится для него что-то. В общем, мы, знаете, здесь не скучаем. Я без сахара, у него ничего жирного, жареного. Хотя вот яйца я делаю, но я еще делаю их на кокосовом масле, либо на масле ги, там буквально совсем чуть-чуть. Я добавляю, чтобы просто яйца не прилипали. В общем, у нас тут весело. Халид занимается утренней йогой. Вот, Халид, завтрак готов. Его яичница и салат. Хлеб ему тоже нельзя. Вообще, слушайте, не знаю, как он наестся этим, но ладно, сейчас что-нибудь еще придумаем, если не наестся. Чай попьем, в конце концов. Спасибо, меня. Спасибо, мам. Мой зайчик, не за что, кушай на здоровье. Или не праздник, когда детям нравится супчик. Она на самом деле практически ничего не ест. У меня такая типичная малоежка. И, но вот супчик за милую душу. Иногда макарошки может поесть. Подачи. Ладно, время распаковки. Дети, подачи, май. Мама, ты подачи, Мариса, меня. Ух ты. Открывай, посмотрим там. Давай, открывать, посмотрим. Подождите. Кукака. И стикерсы. Стикерсы. Любимая Милюшина игрушка, наклейки. Вся семья из Индии, вон ей передала такое огромное количество. Оу. Вот и скользко, стикерска. Да. И бесятки, еще и бесятки. Ага. Бесятки, моя. Кукака. Да. Да. Не плачь, не плачь. Красиво. Да. Сказала папе спасибо, поцеловала. Спасибо, папа. Поцеловала папу. Да. А челяга? Да. Какие вот эти, мам. Ой, как у принцессы. Да, как у принцессы. For me? Мама красивая. Ой. Как у меня. Да, я как раз и хотела в прошлый раз. Не стала покупать, думаю, в следующий раз куплю. Как вам, красиво? Апки капля. Один, два, три. А Милюшку папа я одел и обул. Ну красота. Деньги у папа. Иви, а чалега? Амилия. А почесе нам нам хауги, на? Хана. Or ek padarthi. Or ek. Aha. Ye gun hai. Ye gun hai, gun. Gun hai. А это футболка-подарок от бабули из индийской.
А наклеечки, конечно же, купил наш любимый Навет. Thank you, Навет. Лошадки, да. Смотри, еще какая красивая. Мама, и вот эта футболочка тоже от бабушки. Мама, да. Ой, еби. Мама, ты. Очень красиво, зайчик. Ой. Очень красиво. Понравился тебе? Да. Ты большой. Найс? Да. А, бабулечки. Thank you. Красивые какие. For mama? What is this? Eat. Красивая. Очень красивая. Осторожно. Очень красивая. Спасибо. Да, Кость, это папа тебе купил. Ну, конечно же, огромное количество различных индийских сладостей для нашей русской семьи. Думаю, чем у меня тут муж занимается? Халит нам варит вот такое вот латте. Рада, что папа приехал? Да. Счастлива? Да. Ну, хорошо. Вот и все, друзья, мы идем пить латте и будем продолжать наш день. Спасибо большое, что посмотрели наше видео, что были сегодня с нами. Я надеюсь, что вам оно понравилось. И до новых встреч, друзья, до завтра. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписаться, и прокомментировать. Пока-пока.